Я честно скажу, я не поднимал этот закон, но мои ребята мне сказали, что вычитали там некоторые аббревиатуры из новых должностей. Я вам зачитаю, я не буду сознательно ругаться, я просто зачитаю аббревиатуры. Зачитаете аббревиатуры новых подразделений, название новых подразделений, да? Подразделения старые, название новые. Название, хорошо. ПУПС, ПИЗДЮН. Как-как? ПИЗДЮН, полицейский инспектор защиты детства и юношества. Простите, правда, сочиняла не я. Полицейский инспектор дорожного регулирования, пидор. И государственная единая инспекция, геи. Как? Государственная единая инспекция, геи. Вы простите, если мой вопрос некорректен. Я первый раз слышу такую аббревиатуру. В принципе, эти слова известны. То, что так называются подразделения правоохранительные ведомства, это, конечно, необычно. Но прекрасно это понимаю. Самое главное, конечно, общество оценит по результатам. Нужно работать на этот результат. How will you speak to that? What does the fox say?